Ребята, вот он. Красивый. Клево всем, друзья. Ребята, вас глаза не подводят. Я ловлю на донку. Да, сегодня я с донкой, ребята. Ловлю карасиков. А как я это делаю, я вам сейчас все подробно расскажу и покажу, друзья. Берите вкусняшки, чайку, садитесь поудобней и смотрите. Поехали! Для того, чтобы по холодной воде даже на донке ловить карася, нам тоже нужен грунт. Я пробежал сейчас по кротовкам, насобирал, очень сырой, всю ночь поливал дождь. Ну, нам его нужно немного, только для закорма. Поэтому, в принципе, нормально, пойдет. Ну, и основная, это у нас прикормочка. У меня черная прикормка, одна пачка, 800 грамм. Более чем нам на рыбалку с головой. Такая вот красивенькая, черненькая, с скреплением кукурузы. Мелкий помол. Что делаем первое? Первое, немного добавляем воды в саму прикормку. Нам нужно ее сначала намочить. Буквально чуть-чуть. Буквально чуть. Она должна быть влажная, чтобы начала пить воду. Чтобы процесс внутри пошел. Все, вот она слегка лепится. Еле-еле, буквально через 10 минут она уже полностью не будет лепиться и будет уже сухая. Воду втянет в себя. Теперь вот эту прикормку добавляем в грунт. Грунта у меня здесь тоже немного. Не знаю сколько, тоже, наверное, с килограмм мне хватит. И вот на этот килограмм я беру одну жменю прикормки и перемешиваю. Все, грунт у нас готов, отставляем в сторону, это готово. А теперь нам нужно мешать прикормку. Тут кто ловит регулярно одонку, примерно знает, какой плотности прикормка ему нужна. Нам тут без всяких, без ничего. Нужно, чтобы в кормушке прикормка оставалась, как можно меньше выходила из кормушки на точке ловли. Но подливать я буду ее порционно. Добавляем водичку. Лишь бы не сделать жижу. Нам нужно, чтобы прикормка была более похожая на пластилин. Все, пока прикормка очень сырая. Отлично, оно у нас сейчас будет сохнуть, набухать. Пока буду другим делами заниматься, прикормка будет доходить. Если надо, потом добавлю воды. Ловить я буду донкой. Это у меня очень старый спиннинг, джиговый, когда-то очень давно. Примерно лет 25 назад, может чуть меньше, 23 года назад. Я этим удилищем учился ловить на джиг. Его главный плюс, как раз что мне подходит, это довольно тонкая чувствительная вершинка. Кольца одного нет, очень древний-древний. Из-за этой вершинки я его и выбрал как удилище для ловли на донку. Те года, 20 лет назад, тоже периодически его брал, чтобы ловить на донку. Очень древний. Рояль какой-то, бальзер, если не ошибаюсь, да, бальзер, все затертое. И не прочесть уже, что написано. М10, в общем, древнее-древнее, как мамонты. И вот это удилище великолепно подойдет для того, что я хочу сделать. Хочу я поймать карася на донку с пружинкой, как положено. Тест удилища всего до 30 грамм.
принципе, выдержать небольшие перегрузы. Мне этого более чем достаточно. Ловить я буду недалеко от берега. Далеко бросать не надо. Вся рыба сейчас тут. Поэтому не нужно огромные мощные палки. Нужно легкие, изящные и чувствительные удилища. Ребята, есть великолепная поговорка, которая говорит: без труда не вытащишь рыбку из пруда. Великолепная. И вот для наших, для нашей ситуации она очень отлично подходит. Чтобы половить карасика, нужно немного потрудиться. Для начала привязываю вертлюжок. Самый обычный карабин с вертлюжком. И теперь мне нужно найти точку ловли. Да, именно точку ловли, как в фидере. Только так. У меня есть вот такая бомбочка. 30 грамм весит. Очень удобно искать. Привязал. Ловить далеко не буду, поэтому дальний заброс делать не буду. Просто мне нужно сейчас понять акваторию. Выбрал ориентировочно, куда буду бросать, в сторону, там дерево мне понравилось, вот на это дерево сейчас и буду бросать. Вот закинул всего метров на 30, дальше не надо. На дне, и теперь просто протаскиваем. Мне нужно найти сейчас валик. Во, нашел. Вот он, уперся. Тяжело поднимается, небольшой пологий подъем. Отматываю буквально пару метров и клипсуюсь. Ловить, ребятки, будем на клипсе. Проверяем. Плавненький заброс. Удар. Оп, нашел. Все, четко стал. Считаем обороты катушек, что примерно понимать дистанцию. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27. 27 оборотов. Это около 20 метров. Вся дистанция ловли. Далеко кидать не надо. Удилищем кинем легко. Теперь, друзья, несмотря на то, что мы будем ловить донкой, пружинкой, нужно закормить точку ловли. А кормить точку ловли пружинкой неудобно. Поэтому снимаю я бомбочку. И на ее место вешаю такую объемную, небольшую 30-граммовую кормушку. Это может быть совершенно любая кормушка. Главное, чтобы она была не сильно огромной, не сильно маленькой и подходила к тесту удилища, чтобы очень легко ее бросали. И теперь вот он грунт, ребята, который мы замешали. Когда примерно на килограмм грунта мы положили всего одну жменю прикормки. И сейчас 5 кормушечек мы постараемся положить точно в точку ловли. Сильно не забиваю. Вот такое чудо у нас. Я выбрал точку ловли. Дистанция в районе 20 метров. При забросе желательно, чтобы в клипсу был удар. Заброс, секунд 10 подождали и выдернули. Все, первая кормушка в точке ловли и уже начинает призывать своим запахом карася. У
Главное стараться максимально кидать в одну точку. Это главное. Чтобы там примерно на небольшой акватории, на небольшом столе насыпать нам грунта, который не сильно будет отличаться по цвету от ила, пахнуть естественным и с небольшой ароматикой вкусняшки, прикормки. Нам не нужно, чтобы карась там наедался, нам нужно, чтобы его что-то сначала привлекло. И вот именно это сейчас и привлечет рыбу. Вода холодная еще, только начала прогреваться, еще вчера полоскали дожди, рыба неактивная, много еды ей не надо, поэтому нам нужно ее, главное, привлечь. Если у нас удилище соответствует тестам, забрасываем мой грузу, то бросать легко, получается без проблем на нужное расстояние. Если же мы перегрузим удилище, тогда будут возникать проблемы с забросом. Все, ребята, 5 кормушек положил. Теперь следующее. У нас осталась прикормка. Грунт с прикормкой. Это мы откладываем в сторонку. И в течение рыбалки мы можем менять монтажи на кормушку. И время от времени по одной-две кормушечки докладывать грунта, все в зависимости от активности рыбы. Надо это или не надо. Пока это я убираю в сторонку. Снимаю кормушку. У меня есть монтажи, хранятся они вот так в пакетиках, сделал вчера несколько штук, буквально за несколько минут. Вот как монтаж выглядит, ребята. Петелька, стопорок, скользящая кормушка, петелька, стопорок, вертлюжок с карабином. Верхнюю петельку пристегиваем к замочку, где крепили кормушку. Готово. Вот весь монтаж. Он легко съемный, хранится в пакетиках, никому не мешает. Оборвали, другой привязали, застегнули и в бой. На этот карабинчик я вешаю грузик. Вот такая оливка, 28 грамм. Больше не нужно. Вот что у нас получилось, ребята. Вот. А вот подоспела и прикормка. Прикормка сделал очень липкую. Очень. Мне нужно, чтобы прикормка не выходила из кормушки. Она будет выходить буквально по чуть-чуть, небольшими порциями, и это нормально. Мне нужно не как на фидере, мне нужно наоборот. Закорм мы сделали, то, что привлечет рыбу. А сама прикормка мне нужна такая, чтобы карась ее не наедался, чтобы она там не насыпала, не привлекала мелочь, а была исключительно привлечением точки ловли рыбы и удержание ее на точке, когда лежит кормушка и карась может от нее что-то отщипнуть, какую-то вкусняшку. Вот мне это нужно. И чтобы не было объема насыпанной чистой прикормки, иначе можем получить обратный эффект, когда рыба или зайдет мелочевка, подлещик, плотва, но не будет карася, или карась будет насыщаться и не захочет ее брать, нашу насадку. У меня есть поводочница, в которой навязаны 10-сантиметровые поводки. Удилище у меня не мощное, с тестом всего до 30 грамм. Рыба пассивная, весна неактивная. Поэтому поводки толстые ставить и огромнейшие крючки я не буду.
мы буквально на последней рыбалке, также на степном водоеме, пробовали. Товарищ Саша ловил на крючок поводок 0,1, поставил 0,14, полностью него обрезало. Поставил, вернулся 0,1 поводок, и опять пошли поклевки. Я поставлю поводки 0,12, крючок десятка. Просто завожу в петля в петлю. При необходимости все легко меняется. Оборвал, прицепил другой. Поводочки у меня одной длины, по 10 сантиметров. Поводки всего лишь 0,12. Когда активность карася усилится, когда рыба будет более активно кушать, тогда можно смело увеличивать толщину поводка и не бояться. Но на данный момент я боюсь, что рыба может закапризничать. И вот что у меня получилось. Два поводочка, кормушечка. Теперь забиваю кормушку. Сильно большой объем на кормушку я лепить не буду. Мне не нужна очень тяжелая кормушка. Мне нужно просто, чтобы она привлекала и удерживала рыбу. И давала ей клюнуть на мою насадку. Все. Меня это более чем устроит. Теперь насадка. Ловить планирую на опарыша. Сейчас одену по два опарыша. Если прикормка у меня начнет подсыхать, я добавлю воды. Ну, пока этого более чем хватит. Все, конструкция готова. В бой, ребятки! Значит, есть один нюанс. При любом забросе снастей с поводком желательно, чтобы произошел удар в клипсу. Хотя бы небольшой. Тогда при ударе поводки выпрямляются и нету перехлестов. Все, выбрал дерево, на которое буду все время бросать. И четко на него посылаю. Удар в клипсу. Легла на дно, натянул кончик удилища. И поставил удилище на точку. Все, ребята, ждем первой поклевки. Что такое, Саня? Сидит. Так, в камыши не надо идти, ребята. В камыши не надо. О, как бьется там, а? Как он там упирается. Есть. Красавчик. Шикарный. Ой, погодка шепчет. Вчера поливал дождь, всю ночь поливал дождь. Было очень холодно вчера. А сегодня солнышко, стих ветер. Обалденно. Ребята, я нахожусь на одном из степных водоемов Краснодарского края. У нас зашевелился карась. Его можно великолепно ловить на одно удилище. Главное подобрать нормальное удилище для этой рыбалки. Оно должно быть
легкая, с чувствительным кончиком. Нам не нужен огромный объем прикормки. Карась ее найдет. Карась скушает. Так как у меня кончик довольно тоненький и чувствительный, очень похожий на фидерный, джиговое удилище для джига, то малейшее прикосновение я уже вижу. Я вижу, что на точке уже есть и кто-то с кормушки щиплет. И теперь ждем, когда найдет насадку и захочет ее скушать. С кормушки, когда откусывает, кивертипик слегка. Тик-тик. Это карась зашел и уже кусает с кормушки, объедает кормушку. Если бы я ловил на крокодила, я бы этого ничего не увидел. А подобных удилищах с тонким кончиком, с мягким, много-много различных, недорогих. Оп, есть рыбка. Есть рыбка, бьется. Ой, боец там, боец сидит. Вот он, вот он, вот он, вот он. Ой, хорош, ребята. Вот это хороший карасик. Вот это интересней. Донки работают тоже по холодной воде. Вот он, красавец. Ох, что тут там село. Доброе, доброе. Там что-то сидит, ребятки. Давай, давай, давай. Что-то там сидит. Вот он. Вот он, красавец. Есть. Такой красавец. На донку. Погодка, класс. Кайф. Весна. Хотя вчера было еще холодно, дождь. Сегодня солнышко выглянуло и просто огонь, ребята. Есть, 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 есть. Давай, 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 мой хороший. Иди ко мне, красавец. Иди, 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 иди. Где-то, где-то, где-то. Вау, вау, вау. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Давай, давай. Ай, какой молодец. Ух, красавчик, ребята. Красивая рыбка. Какой. Рыбка клюет отлично, друзья. Значит, какая тактика отлично сработала. Кормушку забиваем очень мало. Сама пружинка небольшая. И не забиваю очень много. Забиваю, чтобы прикормка там была, скажем так. Иначе он кормится с кормушки, не трогая наживку. Заходит, вот, уже клюет. И начинает. Оп, есть, есть, есть карасик, есть. Иди ко мне, красавец. Только не в камышике, друг, только не в камышике. В камышиках делать нечего. Я ж не в камышах. Так, я не в камышах. Блин, походу вторым крючком зацепился. А, да. Вот это есть проблема, когда второй крючок за что-то цепляется. Ну ничего. Он тоненький, оборвали. Сейчас поставим новый. Да, вот. Второй крючок сейчас зацепился за камыш. Я его оборвал, так как он тоненький, на снасть не влияет. Но рыбку мы, красавицу, достали. Вот такой красивый. Серебряный карась. Вот, на данный момент вообще мало в кормушке. Поэтому я чуть-чуть добавлю. Буквально чуть-чуть. О, ветер усиливается. Все, и хорошо вдавливаю. Все, больше не надо. Вот это то, что сейчас нужно. Не надо никаких огромных баклуш вешать. Иначе карась начинает кормиться непосредственно прям с кормушки. Он с нее отщипывает. Щип-щип, я по кивертипу, по кончику удилища вижу,
как он это делает. И когда там дойдет очередь до насадки? Таким образом мы делаем максимально бедный кормовой стол, чтобы хороший запах стоял, чтобы какие-то частицы там присутствовали, чтобы карась там постоянно заходил и крутился. Но главная вкусняшка была у него — наши опарики на крючочках. Это был главный деликатес у него. Если бы я повесил туда огромный, как многие делают, пол булки хлеба прикормки, она бы там постепенно оставалась, или он бы собирался и щипал бы больше с нее и меньше бы с насадки. А мне нужно, чтобы он, у него был бы ажиотаж, чтобы ему хотелось кушать, еды было мало, и вот они вкусняшечки, опарышки, вот так вот их кушал. Вроде все получается, друзья, ловим, рыбка клюет. Рыбка, 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 я люблю тебя. Карасики, карасики, идите вы ко мне. Очередной красавец. Донка рулит, ребята. И грунт к донке рулит, ребята. Друзья, это подряд уже будет четвертая серия по ловле карася в холодной воде ранней весной. Если вы их не видели, зайдите на канал и посмотрите. Принято считать, что ловля карася ранней весной по холодной воде — это прерогатива донки. Клюет. Мимо. А на фидер поймать очень тяжело. На удочку поймать очень тяжело. Эту серию видео, вот это четвертое видео, я показал, что это не так. В этих видео я отловил на поплавочную удочку, на фидер и на донку. Четыре видео. У нас были батлы, фидер с удочкой, где фидер показывал практически такие же результаты. Это были разные водоемы. Два разных канала в разных концах края, совершенно противоположный. Оп, есть. Иди сюда. Один канал вытекал из водохранилища, второй из лимана. То есть совершенно разные условия. Кто там такой? Так, так, так. Какой боец. Иди ко мне, иди ко мне. Ой, красавец. Красивый. И два водоема степных речек. Я специально решил сделать разные водоемы, разную рыбалку, разные виды ловли по карасю, чтобы вам, друзья, показать, что можно успешно ловить на все карася, но с правильным подходом и грунтом, друзья. Грунт — это, грубо говоря, грунт и тонкая снасть. Казалось бы, сейчас я ловлю донкой, но главный закорм я делал грунтом. Главный. То, что привлекло рыбу и до сих пор там удерживает. Запах есть, а есть нечего. Грунт. Карась разнес по площади, плавая там. Мелких частиц, которые очень мало было в прикормке. Ему практически нечего вообще выбирать. Но запах лежит. И немножко мы добавляем сейчас с прикормкой. В итоге концентрация карася приличная. Он клюет. А мы кайфуем. Я понимаю, все, многие предпочитают ловить крокодилами, но... Опять же, по моему личному наблюдению, крокодилов не так много. Многие ловят спиннингами, что я сейчас и делаю. Я тоже ловлю спиннингом. Ох, 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 ох. Какая шикарная поклевочка была. Только не в камыш. Не в камыш опять. Не в камыш. Оп, вышел. Не зацепился вторым крючком.
А, дупле, друзья. Есть. Ребята, донка рулит. Вот. Вы, наверное, многие так ловили и не раз. Донка рулит. Друзья, своими действиями я собрал на точке много-много рыбы. Что они нам и демонстрируют. А рыба голодная после зимы, кушать хочет. А там очень вкусно пахнет, а кушать почти нечего. И кушать подаю я ей в виде наживки. Вот сейчас кормушка не забитая до конца. И на данный момент меня это устроит. Да, когда прогреется вода, концентрация корма нужна будет побольше, все будет по-другому, но пока холодная вода. Уже вот поклевка была в руку. Фу, ребята, 2 часа рыбалки, а я уже наловился. Рыба просто пулеметничает. Дубли. Офигеть. Там 3-й дубль, ребята, 3-й за сегодняшнюю рыбалку. Вот так вот. Есть, 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 есть рыбка. Иди сюда, иди, мой красавец. Поезд только не в камыши. Я тут, я не там. Я не там, я тут. Один крючок. Есть. Есть. Друзья, чтобы поймать рыбку, нужно дать рыбке то, что рыбка хочет. Но при этом немного обмануть. Фух! Закончилась рыбалка, друзья. Ровно 2 часа рыбалки мне принесло 30 классных карасей. За 2 часа 30 штук. Огонь! Друзья, я вам показал, как можно ловить на донке ранней весной, потом классно ловить карася. Я надеюсь, это видео заслужило лайк, класс, подписку и колокольчик. До новых встреч, друзья!